Чё? Блях. Три брата-акробата. Вы чё? Ладно. Дайте мне пройти-то. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Что, бляха, происходит? Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Дичь, вообще, народ, вы что, перепили тут подярок, что ли? Заходи. Слышь, ты все, мне пройти теперь не дашь вообще? Так, что там? Жесть! Комбинезон. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Сталкер Тень Чернобыля. Итак, тут какой-то, короче, я запустил игру, и тут какой-то кипиш тут начался. Короче, все доставали автоматы и побежали куда-то вон туда. Так, ладно, я пока туда не побегу. Здесь мы с вами все разобрались, купили комбинезон, да, себе новый. Вот. В принципе, мы здесь все с вами взяли. Итак, у нас тут получается такой отличный расклад. Расклад в плане того, что... Смотрите. Блёха, я могу пройти на склад. Я просто взгляну. Ладно, здесь сейф открыт. Я убью тебя! Хорошо, ладно. Ладно, уходим отсюда. Вот, короче, такой расклад. Я собирался пойти на янтарь, вот, узнать про призрака, но бармен нам сказал то, что ну, нам нужно попасть в лабораторию X16, там... Там, короче, лаборатория X16 находится на территории янтаря как раз. У нас получается такое то, что... Что происходит? Народ. Ты чё? Блях. Три брата-акробата. Вы чё? Ладно. Дайте мне пройти-то. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Че, это так должно быть? Дай мне пройти, бляха. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Уйдите. Уйдите. Вот, короче, находится на территории янтаря. Бляха, он только будет здесь стоять? Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. А мне что, не пройти теперь? Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Что, бляха, происходит? Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Дичь, вообще, народ, вы что, перепили тут подярок, что ли? Вот. На территории янтаря находится эта лаборатория. Вот. Поэтому мы сможем убить несколько зайцев сразу одним выстрелом. Но для начала я хочу отправиться снова к свободе, короче, группировке Свобода. И попробовать все-таки купить винтовку. Так, свалка. Где у нас находится-то, я вот не помню. И это янтарь, да? Но хинт. На янтаре. Так. Находится у нас темная долина. По-моему, в темной долине, да? Здесь находится это. Хрень. На нас лежит огромная ответственность. Это нам получается идти надо.
Или здесь, армейские склады. Нет, не на армейских складах, не на армейских складах. Вот здесь, в темной долине. Это нам получается, надо идти, короче, вот сюда, на свалку. На свалку? Да, на свалку, потом со свалки вот сюда. Короче, понятно. Понятно. Так. Короче, тут какие-то... Иди своей дорогой, сталкер. Народ, что происходит? Какие-то, иди своей дорогой, короче, сталкер. Какие-то наемники, иди что ли, дорогой, наверное, нападают теперь. Слышь, что-то везде стреляют, везде стреляют. Леха, собаки опять появились. Так, нет, какие нафиг автомат. Сейчас я по собакам тут. Раз. Леха. Да что ты? Я говорю, порой не хватает, знаешь, третьего выстрела. Да бляха. Шапки ссаны. Так, а ладно. Да ладно, я тебя не убил, что ли? Я думал, ты сдохла. Все. Сюда иди. Отлично. Хорошо. Так, ладно, двигаемся. Двигаемся. На другую локацию. Да. Чаёчек хорошо. Чаёчек хорошо. Вам тоже советую. Стоянку защитить от сталкеров на свалке нападения. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, отвали, отвали, нет, 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 нет. Отпусти ты меня! Собака. Флип. А, так, на янтаре еще у нас будут ученые, про которые вы мне все писали, короче, в комментах. Типа там можно им продать всякие, короче, артефакты подороже, чем обычно. Вот. И будем, короче, собирать артефакты. Прям вот которые прям вот будут попадаться, короче, будем стараться собирать, копить и короче попробуем продать. Стойте на месте, встаньте. Встаньте, мать твою, на месте. Все отлично. Ну тот где-то там, куда-то там пошел, короче. Хрен ты с ним. Вот. Здесь радиация, по-моему, недолгая. Может пробежать. А у меня все равно, наверное, стоит, да, этот. Все равно стоит артефакт, который... уменьшает прием радиации. Или как это назвать? Прием впитывание радиейшена. Так, ну да, вот здесь. О-о-о! Ой, мать, нихера себе. Зачистим вновь. Что сказал? Пошла работа! Пошла работа! Пошла, слушай, работа! Вот послушайте! Ну. Так, он свал... А, лейтенант Дудор. Дудоров. Враг военный. Хорошо. Вояки тут уже обзавелись. Иди ты. Иди ты лесом, короче. Я с тобой не разговариваю. Так.
Так, сказал бедняк, где у нас тут находится... Так, это бар. А, я-то где нахожусь? В смысле? А. Да. Так, наверное, вот здесь. Я правильно иду, да? Скорее всего. Наверное. Хотя не факт. Бляха, я хрен знает. Я, может быть, я правильно иду, может нет. Я что-то забыл. Погоди. Стопэ. Или не здесь? Темная долина-то здесь, нет? О, не, не темная долина, а этот. Ну как его? Ну вы поняли, да? Свободовцы. Бляха, или... То есть вертушка летает. Я не туда пришел, наверное. Здесь я спасал, короче, этого. Ну? Бляха, не туда пришел. Значит, на армейские склады все-таки надо идти было. Твою мать. Ну, идем обратно, что делать? Здесь-то нам делать нечего. Точняк, точняк. Темная долина, X18 в темной долине была. Бляха. Я не туда попер. Опусти оружие. Подойди ты. Я не туда попер. Понятно. Не туда. Перейти сразу перейти обратно на локацию. Понятно, надо идти, короче, на военные склады, армейские склады, да. Не туда побежали, не туда пошли. Сейчас быстренько добежим, короче. Так, наемник? Наемник! Внимание, обнаружен убийца. Приказ всем находиться на территории долга. Срочно уничтожить убийцу. Я убийца. Наемник враг. А мне будут стрелять? Я же наемника убил. Все проверим. Не, вроде это. Вроде это нормально. Пусти оружие. Уберу. Уберу, уберу. Внимание, обнаружен всем на территории долга, срочно уничтожить убийцу. Поэтому, да, кипиш, наверное, и творится здесь. Убийцу они ищут.
Иди своей дорогой, сталкер. Ну, вон, смотри, видишь? Опа! Убийца! Убийца! Стоять! Бляха! Приказ всем, кто находится на территории долга, срочно уничтожить врагов! Внимание! Я же не убийца! Враждебные элементы! Приказ всем, кто находится на территории долга, срочно уничтожить врагов! Внимание! Обнаружены враждебные элементы! Приказ всем, кто находится на территории долга. Он был красным! Уничтожить врагов! Внимание! Обнаружены враждебные элементы! Приказ всем, кто находится на территории долга. Он же был красным! Уничтожить врагов! Внимание! Обнаружены враждебные элементы! Приказ всем, кто находится на территории долга. Я не хочу с ними воевать! Уничтожить врагов! Внимание! Обнаружены враждебные элементы! Приказ всем, кто находится на территории долга, срочно уничтожить так. Врагов. Внимание, обнаружены враждебные элементы. Приказ всем, кто находится сюда на территории армейский, долга, да? Срочно уничтожить врагов. Внимание, обнаружены дикать. Враждебные или элементы. Или на дикать. Погодите. Приказ всем, кто находится на территории долга, срочно уничтожить врагов. Внимание! Обнаружены враждебные элементы. Инвентарь. Приказ всем, кто находится на территории долга. А мне вот сюда. Внимание! Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Так, я уберу оружие. Заинтересованным подходить в бар. Я, короче, запутался тут. Вот наемники. Видели же, да, сами видели, что он, короче, был это красным. Так, правильно? Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность. Дальше дикая территория. От растущей зоны. Чё тут? Военная база 2 километра, выжигатель мозгов 5 километров. Прикинь. Смертельные аномалии. Так, давай здесь сейчас. Там, по-моему, должны быть такие ворота, короче, да? Ворота. И там этот. Хрюндель у нас мертвый лежал. Сейчас, короче, просто взглянем. Да бляха. О, да. Здесь это, бегают гуськом тут. Вот, все. Хорошо, нашли. Нашли дорогу. Здесь где-то, короче, недалеко. Должна быть. Так. Здесь мы... Вон там мы кровососов мочили. Вот за этой штукой находится... Свободовца. Не знаю, вы в комментах написали, что уже поздно. Но я не знаю, почему. Они будут меня атаковать или что? Так, я уберу оружие на всякий случай. Я пройду? Спасибо. Просто на Бамблби похож, да? Так. Я вот не помню. А, вот здесь. Что, ты меня пропустишь? Спасибо. Отлично, давай посмотрим. Да что, блин? Так, и чего же интересного принес? Так, давай посмотрим. Окей. А, ГП-30. 7. Вот эту вот штуку мы хотели, короче, купить. 135. А у меня 131. Бляха, не хватает.
Все равно не хватает. Что, блин, я не знаю. А что продать? Мне в любом случае не хватит. Это у меня тоже столько стоит. Мало. Это мне надо. Это чё? Это мне надо. Этот надо. Так. Удар. Кровотечение. Электрошок. Пулестойкость. Радиация. Это мне надо, да. Здоровье. Это мне надо. А, вот радиация минус 20. Да блин, в любом случае мне не хватит все равно. Кровотечение. Так, выносливость. В любом случае, это, блин, мне не хватит. Мне надо что-то еще продавать. Это для пистолета патроны. Удобность. Точность. Но я не знаю. Я не знаю. Короче, не судьба. Скажем так. Ну, ладно, будем ходить с этим. Не судьба. В принципе, калаш тоже он как бы устраивает. Он, в принципе, устраивает. И заметили, да, там не написано, короче, ну, о характеристиках разница в уроне. Только удобность. Тот типа по ГПшка, она поудобнее. Вот. Зашибем? Кого? Зашибем, размолотим, разметелево, размолотиво. Сталкер, ты подходишь к барьеру. Не вздумай баловать. Но мы рады принять любую помощь. Барьеру? Погоди. Какому барьеру? Поговори с командиром блокпоста барьера. Так, в смысле? Оказать помощь блокпосту свободы. Барьер. Поговори с командиром блокпоста барьер. Помочь в уничтожении прорывающегося отряда монолита. Да нет. Я вообще не хочу не связываться с этим, короче, вообще. Я типа им помогу и, блин, меня долговцы, короче, начнут стрелять. Я лучше побуду, знаешь, нейтрально. Как бы я не буду там помогает, я буду это, ну, нейтрал. Как бы. Я так сторонкой обойду. Ух ты, вертушка. Ну и прикольно, да? Аномалий, правда, целая куча. Поэтому суваться то, что не попа. Да в смысле, погоди-ка. Задача. Найти документы. Вот. Так у меня выбрано найти документы. Какое? Не пойду туда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Твою мать! Натвали ты! Нет, пожалуйста! Ой-ой-ой-ой, куда побежали-то? Куда побежали? Ух ты! Так, что у тебя тут интересного? Гранаты, гранаты. Опа. А, ну это такая же, как у меня, да? С глушителем.
Можно я заберу глушитель? Ой. На профессора похож. Да дай пройти, профессор. Вот они, бляха, встанут. Заходи. Слышь, ты все мне пройти теперь не дашь вообще? Дядя. Мать. Ну дай пройти-то. Свобода! Мяха! Я не думал, что это. Свобода! Я не думал, что так получится. Я не хотел. Я реально не хотел. Бляха, а почему у него нет этого? Нейтрал. Был нейтрал и все. Так. А тебя будут на меня агриться? Дверь закрыта. Открыть. Нет? Могу я попасть-то туда? Замок, может его отстрелить? Тут дверь заперта, заперта. Заперта. Так, ну, чуть-чуть поделаешь. Получилось так. Я не виноват. Надо будет как-то свалить отсюда. Так, что там? Жесть! Комбинезон. Ну-ка. Ну-ка. Сейчас, короче, будем сравнивать. Так, на мне одет какой? О! Другое дело. Бросить. 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 Так. Жесть. Чё натворил, чё натворил? Так. Он закрыто. Гидрошок. Это чё? Листочек. А тихо там. Какой нахрен противник? Закройте дверь. Бульдог. Леха, я буду перегружен, мать твою. Так, погоди. Точность, удобство, скорострельность, повреждение. ТХЗ, мне кажется, моя получше. Поудобнее, наверное, будет. Один прицел выбросить.
Гранатомет выбросить. Гадя, я вот этот прицел. Так, отсоединить гранатомет. Соединить прицел. Не могу. Ага, нет. Ага. Так, ладно, это я оставлю. Пригодится. Бульдук. Так. Жалко, что той винтовки я не могу, здесь нет. Это жалко, очень жалко. Теперь надо как-то выбраться. Теперь надо как-то выбраться. Твою мать. Напугал. Так, что у нас здесь? Эх, они стоят, знаешь, смотри, они ничего не делают. Но это... Я стремаюсь, то что они могут меня загасить. Так, ладно, сохранили. Будут они стрелять, нет? Нихера себе. Ага, я могу выбраться. Получай! Ой, ёпта! Ёпта! Ты видал там? Лови, чувак! Тебе кранты! Ля, у него там костюмчик! Откуда? Ты стрелял? Ты стреляла? Бляха, бляха. Зацепили. Зацепили. Зацепили меня. Сейчас и пахнуло. Просто трэш, бляха. Зацепили. Я ближе подберусь. Держи его. Лобосёр по пояс голый. Где ты? Ушка. Так, погоди. Бляха, вот стоило только... Стоило только это... Спиной повернуться. Чё у вас тут? Рация какая-то. Компьютер, пианинка, воля, воля, свободя. Тихо, 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 тихо. Ляха. Лёша, а, Леший. Леший, ты чё? Ха. Какой нафиг бинокль, ты о чем? Да выбери ты автомат. Смотри, десантура.
Аха! Но почему он не бежит-то, когда вот... Вот это вот все. Почему не бежит? Это меня вымораживает. Нажимаешь, шифтуешь, шифтуешь, он нихера не делает. Яха, бегом отсюда, на. Хана тебе, дядя! Там... Ханатик херок. Как так-то? В смысле? Вынес просто с выстрела. Ха. Да. Ну на чё вот так гладко все было, ну? А мне наверх надо. Мне надо наверх, короче, сваливать. Иди в жопу. Я прикрываю, обходи его. Живой. Бля, что за окном теперь? Вода за окном. Во устроил. А, нихрена у него тут, смотри, у него ружье какое-то. Лопс. Ляха. Все, чувак, приплыл. Приплыл. Интересно, а эти патроны те же самые от того ружья, от дробаша? Лежать. Ладно, наверх. Наверх. Так, пекаль. Здесь ни черта нет, да, мы смотрели? Нихера себе. Блёха, это кто? Это кто? Это понятно, а это кто? В холодильнике спрятаться от них. Так, ладно. Тут есть дыра, из которой я могу выбраться. Конечно, жесть устроил тут. А-а-а, бляха! Вот почему он застревает в этих текстурах? Почему? Я хотел на краешек, короче, залезть, посмотреть и разобраться со всем. Хорошо. Чуваки, противник. И такие, знаешь, неженки какие-то. Чуваки, противник. Валим. Блех, вот не хотел я вот с... войны со всякими, со всеми вот группировками. Хотел быть нейтралом, просто чисто нейтралом. Ну, получилось так. Через люк, как черепашка ниндзя, я смогу свалить? Боже, а по-другому мне все равно не выйти. Наверное. Мне надо, короче, на вышку. Пап-пап. Папа-да-да-пап-пап. Папа.
Где он? Слышишь? А, вон он. Эй, снайпер! Снайперок! Ух ты! А, и патронов нет. Ой, не знаешь, чё, куда, как, блин. Так, погоди. Может мне вот этот бульдога выбросить нафиг? Потому что... Оба-на. У меня есть подствольник. Так. Да, эти патроны, понятно. У меня есть, короче, подствольник, поэтому бульдог мне, я думаю, не нужен. Кто стреляет? Разорвись! А снайперку я заберу, да? Да. Вот так. Снайперка, я думаю, будет по... Снайпер, по-моему. Да в смысле? Ну, там что-то... У него тоже снайперская винтовка, наверное, какая-то. Возможно, другая. Так, это у нас стояк. Что у меня еще стреляет? Не вижу ни хера. В смысле? Может лечь? Хорошо. Вляпался, да? Отправился, бляха, на инсайд. Зашел, бляха, купить винтовочку. Так, надо вот этих еще убрать. Хочу стоит, ну пофиг что. Они же меня сейчас порешают. Или они меня не слышат? Вообще по барабану, что здесь происходит у них участие. Нормально. Они выполняют, знаешь, они стоят, они выполняют свою работу. А на остальное им насрать просто. Кстати, это где-то... Винтовка упала. Она, по-моему, вниз куда-то упала. Вот, хорошо. Кстати,
Так, ладно. У меня есть теперь патроны для винтовки, да, надо перезарядить. Три патрона всего. Испытаем. Испытаем. Оп. Чпунь. Как раз три. Вот это тема. Тема. Патроны надо найти. Так, это что? Это для пистолета. Патроны такого места тут принимает. Жесть. Блин, мне надо выйти просто. Надо отсюда выйти. Так, я хочу посмотреть, винтовка упала. Куда она упала? Упала. Такая же? Такая же. Хорошо. Ну, конечно, не очень хорошо так все получилось, но хорошо. Я живой, я выбрался, и это радует. А задание, наверное, пропало, да, там помочь, там что-то там лагерь защитить. Да, видишь, пропало, типа это. Я стал врагом. Ладно, и хрен ты с ним. Ну, получилось. Ну, что делаешь? Бывает в жизни огорчение. Что поделаешь? Ничего не поделаешь. Так, у меня выбраны документы X-16. Так, погоди. Какая нахрен задание провалено? Я опять не туда куда-то пошел. В смысле? Радар. Зачем мне радар? Мне не надо на радар. Припять. Мне туда не надо. Мне нужно... Вот сюда. Чем ты мне... Найти документы. Вот. Чем он мне показывает туда? Дебил. Вот сюда мне надо. Все, я иду, короче. Вот так вот по дороге прям. Бля, хоть сейчас опять вот тут встану. Правильно, да? Нет, опять повернул не туда. Вот так. Аллилуйя, разобрался. Так.
Хотя видел, да, я вроде на этой, на базе там долго у этих свободовцев перестрелял, да, там много. Там, короче, на блокпосте видел то, что они, ну, на человека наводишь, то он не красный, нейтрал получается, желтый. Может, еще не все так плохо? Ну, блин. Если бы он нормально меня пропустил из своей комнатки, выпустил, этого бы всего не было. Там, короче, что-то нагадил, короче, с долговцами. Ну там вообще, ты сам видел, он горел красным. Я хотел убить, я думал, ты убийца. А чё они начали, короче? Пипец. Может, ножом надо было? Стрелять-то вообще там нельзя, наверное. Просто дичь. Дичайшая. Ветераны Чернобыля, вступайте в лесу. На нас лежит огромная ответственность. Защитить мир от растущей зоны. Растущий. Так. Что, нормально, да? Нет. Не будете кусать? Смертельные аномалии. Не будут они меня кусать, это хорошо. Анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным. Я не знаю, что они там всем бегают, короче, бегают, а я посижу у костерка. Вот. Позовут помочь. Позовут. Вот. Ну и на этом я закончу. Такая вот серия получилась, как-то не по плану все пошло. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.